Стоим! Давай, бей мирных людей! Варламов! Посмотрите, как это выглядит. К нам в эту квартиру пришли полицейские, больше 4 человек. Они задержали там нашего корреспондента Алексея Коростелева. Забрали его сейчас в Тверское отделение, чтобы якобы проверить, удостоверить личность, хотя он был с паспортом. И паспорт сейчас изъяли и держат его, сказав, что у него там в паспорте некий изъян, и поэтому сейчас он находится в Тверском отделении. Женщину жестко крутят и задерживают. Слышим стуки по дверям, ведь мы людям уже некуда даже выбраться. Слушайте, ну это не наше дело. Ребят, не берите маски, это называется, что она вас сделала рабами. Маски одели, ничего сказать не можете, поняли? Не берите, чистая оккупация. Чистая оккупация, выразите. Часа сколько кажется, я обосрался. Тем меньше вероятности провокации со стороны властей. Надо это хорошо понимать. Поэтому не надо ничего бояться. Довольно много людей пришло. Что вы чувствуете, что люди пришли, вышли вас поддержать? Да. Вот прямо сейчас, да. Лично вы. Я очень рада, что такое большое количество людей выходит по всей нашей стране, в разных уголках нашей Родины. Аккуратнее! Фашисты!
Соблюдайте социальную дистанцию. Используйте маски.